кроссовки, которые светятся. Ку-ку. Ку-ку. Идем? Что там случилось? Давай, Радомирчик, быстрее. Ну, хороший дождик шел, тепло ей было, она выросла. Все, идем, глянь, папа уже ушел как далеко. Давай догонять их. Привет! Я положу машинки в карман твой, чтобы тебе легче было нести. Ой, там кто-то мычит у нас, Радомир. Корова. Корова? А может бык? Нет, корова. Корова, да, он угадал. Или ты знал? Корова. Вижу огонь. Нет, есть бык. Не, а ты ж по вымени смотри. Если есть вымя, значит корова. Если нету, то бык. Он корова, еще. Корова. Давай спускайся. А чего только с ушами? Ну, ей, наверное, спилили рога, чтобы она никого не повредила. Ой, какой там колодец стоит. Пойдем быстрее к колодцу, посмотрим, что там. Тут две дороги. Да, ну иди вы за папой по дороге. Налево. Нет, давай, налево пойдешь, счастье обретешь. Иди сюда. Посмотрим, как все достают с колодца. Мама! М-м-м. Смотри-ка. Есть закрученные, да? Покажи как. Закрученные вот так. Понятно. А вот девочки у нас. Ой, тут такая лодочка почти. Заглянем вовнутрь. Что там есть? Мама, а там очень много воды? Ну, да. Вот почему он закрывает колодец. Да. Да, чтобы за мусор. Ничего не видно. Вот. Вон висит крошечка. Так, туда не приклоняйся. Там вода. Там да, очень глубоко вода там. Цепочку подними, просит. Колодцы надо сюда закрывать. И воду сюда выливать. Будет пить? Да. Давай, это холодно. Осторожно, хоть чуть-чуть. Я бы сейчас облилась. Ага. Ну, да. В душе хочется.